В соответствии с уставом города, я готов, я обязан представить соответствующий ежегодный отчет законодательному собранию. В уставе города не прописано, представляется отчет лично мной или назначенным лицом. Тем не менее, я готов представить отчет лично, но для того, чтобы все было в рамках действующего законодательства, необходим соответствующий регламент. Потому что в законе, в уставе города прописано, представляется отчет, в том числе и ответы на вопросы законодательного собрания. В других анализ законов других субъектов Российской Федерации говорит о том, что заслушивание отчета губернатора идет по отдельному регламенту. Поэтому я обратился к представителю законодательного собрания с просьбой принять соответствующий регламент, согласовать с правительством, то есть со мной, дату проведения отчета, и в соответствии с этим, в том числе, и представить вопросы законодательного собрания, на которые я должен подготовить или подготовлю аргументированные подобные ответы. В любом случае, обязанность представлять отчет, она есть, я готов представить отчет в любой форме, но в соответствии с тем регламентом, который будет принят. После того, как в мой адрес поступило обращение представителя законодательного собрания, где он просит обеспечить представление отчета ему личный доклад, была проведена правовая экспертиза. Правовая экспертиза соответствующая есть. Вот. И после того, как все будет приведено в рамки действующего законодательства, я готов буду отчитаться перед законодательным собранием.